Талант – ценный дар. Для успешного развития творческих способностей ребенка важно развивать его потенциал с ранних лет. Именно этой цели посвящен городской фестиваль-конкурс «Зажги свою звезду». Конкурсная программа прошла 14 мая в Центре культуры и молодежной политики. На суд зрителей и жюри представили свои творческие художественные номера дети от 3 до 7 лет. Многие из участников конкурса выйдут на сцену впервые. Все участники готовились и с волнением ждут выхода на сцену. Именно сегодня каждый из них зажжет свою звезду. Фестиваль прошел при поддержке администрации города и профсоюзной организации Смоленской атомной электростанции. Среди жюри конкурса – заслуженные хореографы и руководители творческих коллективов, а также представители администрации и местного отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия». Дети, которые принимают участие в этом конкурсе, самые талантливые, это еще раз доказывает. Молодцы, ребята! Вы сегодня были самые лучшие, самые обаятельные и самые яркие. Для юных дарований это праздник творчества и стимул к новым свершениям. Малыши соревновались в хореографическом, вокальном и театральном творчестве. В особой номинации «Мы вместе» свои таланты продемонстрировали дети с ограниченными возможностями. Ну что, сказала мама, пусть, он позовет немножко, в глазах его такая грусть, найдется хлеба, крошка. Прошедший фестиваль – любимое для жителей города событие. Выступление юных артистов вызвало бурю эмоций не только у зрителей, но и у самих участников. Мне очень понравилось выступать на сцене. Здесь шикарная атмосфера, очень круто, и здесь уютно. Каждая творческая категория предусматривала 3 призовых места, но памятный диплом и подарок получил каждый участник фестиваля. Гран-призом, призом зрительских симпатий и наградой от жюри были отмечены самые яркие участники и коллективы. Ксения Лошкова, Юлия Соболева, Александр Ерофеев, Десна ТВ.